Не менее 40 человек пострадали на японском острове Кюсю из-за тайфуна Хайшен. На юго-западе страны почти 440 тысяч домов остались без света. Отменены сотни авиарейсов, остановлено движение железнодорожного транспорта, временно прекратили работу крупные производства, расположенные на острове Кюсю. Закрылись крупные магазины. 8,5 миллионов жителей юго-запада Японии рекомендовано эвакуироваться. Всех граждан, особенно тех, кто проживает в районах с высокой вероятностью наводнений или высоких приливов, просим внимательно следить за информацией от местных властей. И, пожалуйста, незамедлительно позаботьтесь о своей безопасности. Для тех, чьи дома оказались под угрозой, открыты эвакуационные центры. Здесь можно спокойно переждать непогоду. Специалисты оценивают Хайшен как супертайфун. Скорость ветра в центре урагана достигает 60 метров в секунду.